Фас против Фирза, уже на 1-1, 32 секунда, на микрофон Элдорун, Шафтецкий за фазом. Закончилась перед этой игрой игра Фирза с Нитрино. Записи вы, конечно же, можете увидеть на Ютубе. А у нас такое сильное столкновение, вроде бы 2-1 и 2-2, да, вот так вот на 10 хп. Ферзян, слушайте, а Ферзян неплохо ориентируется по хектику, я вот так вот смотрю. Но проблем у него нету с тем, что здесь происходит. Понимает он, как говорится, откуда ноги растут. Сорок на соточку, фаз здесь попадает рейлганчиком. Блин, этот рейл для него не зашел, офигеть, в окно он такое прострелил, в эти, между перилами. Пытается? Да нет, Фирс прям так и делает, просто берет, сокращает расстояние, минусует здесь оппонента, но получает какой же жесткий рейл. Здесь хорошо под контролем, можно, можно продавить, ну же. Полтинник, полтинничек, красава, блин, Фирс вообще радует. Просто вот эта игра. Соточка на 50 за Ферзем. Неплохой здесь прострел от фаза. Блин, не получилось здесь у Ферзя никак напрячь. Но сколько жесткая игра, блин, просто жесть. Очень близко сейчас. С такой игрой, мне кажется, он может и агента переиграть. Ну, без обид хотя бы. Ну просто агент очень силен здесь на хектике, а Фирс и Фас сейчас показывают такую игру равную. Фирс очень хорошо напрягает. Хотя, сейчас еще посмотрим, что будет дальше. Минус от Фаза. Мега, кстати, лежит. Желтенького пытается дождаться фаз. Мега уже за ферзем. Шафт на шафт. Не очень получается там у ферзя. 50 хп. Вначале мало попадал фирз шафта, и это зарешало сейчас в этот момент. Очередной фраг за фазом. Нет попадания. 50 на 50. Фаз. Фаз, Фирс, все на Ф. Четенько фаз контролит. Увидел мегу, забрал. Здесь под контроль желток у Ферзя, но хп-то у него мало. Отличный выход на лестницу. Фаз через зеленку пытается принять, напрягает шафтом. Фирс, что он делает? Да ладно. Заставляет забрать полтос, но стек там слабый, не попадает сам Ферзян, к сожалению. 100 на 26, фас атакует. Попытка принять шафта, проуспел. Немножко прогнать, попал, рейл еще. Блин, не смог нацелиться Фирс, к сожалению. Но мог, была у него возможность. Здесь получает сам он рейлган. И минус Ферзян. Блин, напряженная какая игра, активная. Вообще прям радуют такие темы. Мега за фазом сейчас будет. Ой-ой-ой, сейчас можно и без меги остаться. Хотя нет, еще нельзя. Блин, как... Блин, и фаз здесь все делает круто. И Фирс... Ну, сложная карта для Фирза, определенно. Хоть он и вначале показал неплохую... Неплохую игру, но... Пока вот мы по, так сказать, мидовой части игры... Видим, что... Не получается развить успех у Фирза. 130 на 60, раскидка гранат. Чайник остыл у меня совершенно. И минус от, от фаза в очередной. О-о-о, какая хитрая раскидка гранат. Что-то я вообще такого никогда не видел. Мега за фазом, хорошие фейковые мувы, блин, прям вообще все по-царски.
Блин, вообще прям. Чётенько все ловит, и даже здесь, под, там, по самой стеночке стрелял сразу фас. Ну, прям круто, круто. Ну, наверное, самый серьезный оппонент в этой группе — это именно фас, фаворит группы. Кто желтки считает? Все. Ребятушки, переходите на Twitch, не выходя из Good Game, из чатика, потому что чем больше количество людей в чатике, тем трансляция выше в общем рейтинге чатиков. Поэтому смотрите трансляцию с Twitch'а и будьте в чатике на Good Game, это будет профит для трансляции. Катаешься на России? Да, конечно. Nuts Price, я же тебя видел даже много раз. Самого катающим клан арену. И минус от Фирза вообще нормально. 17-5, можно попытаться догнать. Не факт, что получится прям нормально разнести, но... Играет ли сегодня Сайфер? Да, по идее должен играть, но пока у него проблемы с интернетом, пока он их фиксит. Не знаю, получится у него это сделать или нет. Павел Авик Клавс. 18-5. Это к вопросу из чатика здесь. Я прошу прощения, что на трансляции это, наверное, будет звучать не очень. Как врыв какой-то. Но... на 5 у нас фас. Неплохо законтраливает выход с меги. Воу, как в голову. Вот здесь ферзю залетело, с шафта великолепно фас завершает этот фраг. Слышит оппонента внизу, переходит на рейл и все правильно понимает фас. Мега лежит. Постоянно пополняет шафт. А ферзю хоть какую-нибудь серьезную пушку бы забрать. Красный ему здесь достается, неплохо подконтроливает базуками. Еще одна базука. Смотрите, 60 хп, нифига себе распаковал Фирс. Минус фас. Отличненько. Слушайте, Фирс нормально не ориентируется вообще по хектику, если что. До рейлгана дотягивается Фирзян, 10 секунд до меги. Полтинник появился, надо бы на полтос сходить. Ой, и принимает. Ферзиан, отлично. Полтинник. Отлично, хорош, блин. 20-8. Не успевает здесь, и здесь промахивается. Да, вот эти два рейла совсем неприятные для Ферзя. Четко здесь разводит Фирс. Красавчик. Одна минута осталась, но преимущество вы сами видите, да? Груз, печаль. О-о-о-о, полегче, парень. Прокидывается Фирс на мегу, но это уже не так решает. Да ну, фас контролит карту и рейл и входит, ну... Хорошо входит. Хочу и отметить, дорогие мои. И GG на первой карте. Боролся Фирс до конца, но понятно, ему нужно, в общем-то, получить экспу с этих игр. Вот, посмотрим, что у нас будет вторая какая карта. Посмотрим. Там все четко. Фирс недавно катнул фазен в промоде. Блин, слушайте, ну такая нормальная вообще инфа.
серьезная, я бы сказал. Что-то я не понял. А, 19 октября, блин, лол. У меня в анонсе было 19 число стоит. Ёлки-палки, если там стоит 6, вообще анонса, значит, не было. 3, 2, 1. Ладно, после игры сделаем. Так, поехали, поехали. Да, действительно, в анонсе что-то там косячок. Сто 15 на соточку, ферзян. Оп-оп-оп, отхлебнул водицы напиться, но... Гоу-гоу, ферзян, первый фраг за фирзом. Ну и это, наверное, не самый удачный выбор для ферзя, потому что он только что проиграл нейтрино перед этим на этой... Отличный рейлган, я хотел сказать. То есть, как бы вот это начало фразы вам должно было послышалось. Великолепный рейл. Ну, на самом деле, хороший рейл, действительно, для подконтроля. 200 армора сейчас будет у ферзя. Как мы уже знаем, Бейс подсказал, что для нейтрино это была самая сильная карта. Ждет мегу, лол-лол-лол-лол. Не хочет отдавать красный, тоже четко все. По третьему этажу, по идее, может успеть пройти фас, но я думаю, что мегу он думает, что ферзян забрал, поэтому оба айтима достаются сейчас ферзю. Ферзян продолжает здесь атаку, опять отхлебнул воды. И смотрите, сразу переходит под ред, то есть понимает, что фас будет пытаться законтролить красный. Блин, очень грамотно сейчас принимает решение ферзян. Но вот сейчас можно отдать мегу, но попытка прокатить на шафте, к сожалению, шафт закончился. Базука, кстати, также заканчивается. Рейл великолепный попал, еще один. Нужно атаковать, нужно. Полтинник, полтинник, он будет? Нет, не будет? Да ладно. О, что сейчас пытался замутить Фирс? Попасть здесь базука, это было бы вообще просто дикостью. Ребятушки, отпишите, у кого есть лаги или фризы. По идее, никаких фризов не должно быть. Я повысил битрейт. Вот, то есть даже на высокий, на высокое качество теперь идет более высокий битрейт, для того, чтобы улучшить качество картинки, в общем то. Вот, потому что мне прям не нравится то, что у меня такая, не такая клевая картинка, как хотелось. Ровненько все, вот товарищи, которые смотрят премиум, говорят, что все, в общем-то, четко, как чечетка. Ну, это означает, дорогие мои, что все должно быть нормально. Тем временем у нас Фирс продолжает вести 3-0. И без премиума все. Ну и еще лучше, дорогие мои. Видимо, это какие-то локальные были проблемы. Двести на 170. Двести на 200 фирс. Зачем красный отдал, лол? Ну, мне кажется, он пытался майндгеймсом таким сыграть.
Или подождите, может, я не про тот момент говорю? Ну ладно. На всякий случай не буду отвечать на этот вопрос. 160 здесь поджимает фас. Резиан слышал, шафта мало, опять же. Оо, и как зашел. Опасно, опасно. Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Дэвид Блейн, ты что делаешь? Блин, совсем не в тему. Мигу сейчас не забрал сразу, но очень грамотно сориентировался. Молодец, Ферзиан. Красный также достается ему сейчас. Ой-ой-ой, осторожно, 5 хп, лол. Ферзиан на 5 хп, на хп, фас также на 5 хп, фас знал, что полтинника там нету. Ну, странно, что он прибежал все равно на полтос. Кефир играет сегодня, да, если починит интернет. Потому что у него проблемы с интернетом были. Вот сейчас эта секунда, на которую позже забрал Фирз Мигу, продолжает его преследовать, в общем-то, и создавать ему проблемы. В виде того, что ему пришлось дожидаться ее, пока Фас атаковал его там сверху. Не самая удачная ситуация. Неплохо напряг Ферзиан сейчас шафтом. Ой-ой-ой, слабый там стек пытается. Да нет, да ну перестань, нужно уходить. И попадает базукой. Как четко зашла базука. Красный достается Ферзю. 100 на 100. Сейчас ситуация практически одинаковая. 2 секунды. До меги. Фирст врывается. Первым атаковал Фас. Но получится ли у Фирза здесь минусовать? Нет. Рейлганом. 20 хп. 20 хп осталось. У Фазика. Успевает Фирст проскочить. Кстати говоря, и давайте посмотрим, что будет дальше. Мега уже за Ферзем. 3-2. Фас принимает решение здесь уходить. Потому что понимает, что красный ему не выстоять, не выдержать. 100-100 становится стек. Неплохая, неплохой мув до фазы. Блин, да что ж такое, залетает здесь базука. Ферзя не получается проатаковать нормально. Очень агрессивно сейчас играет и Фирс, и Фас. Ну, достойно, в любом случае достойно. Да, пока еще Ферзя на контроле остается. Не потух Фирс. Но просто Фас очень хорошо напрягает. Очень хорошо. Ой-ой-ой, опасный момент сейчас для Ферзя. И вот сейчас такой несколько переломный момент. За 2,5 минуты до конца. 130 на 160. У Ферзя слабый стек, у Фаза стек хороший. Не смог он здесь протиснуться, видимо, слишком толстый, под эту платформу. Мега на 5 секунд раньше красного. Но, кстати, может забрать ред прямо сейчас. Да, хорош, по кулдауну забирает Фирс красный. Нифига себе прострел здесь Фас мутил. Вот это вообще было просто жесть. Опять же, нападение точно такое же, как на втором фраге развел Фас. Сразу же он подскакивает вот к этому коридору с шардами. Неплохой мув. Красный лежит, забирает его Фас. Минута 40. Ой, Мега лежит. Ой, не ведись, Фирс. Ой, не ведись. Не самое удачное решение. Сейчас могут проблемы быть у Ферзя. Мега за Фазом, желтый за Фазом. 200-200. Полностью контроль карты переходит к Фазу. 5 секунд до красного. Вот. Если прям там стоит, может по кулдауну забрать. Нет, не стоит, потому что уже стрёмно, уже стека не хватает. Залетает здесь рейлган прямо в спину. Буквально 1 минута остается до конца карты и встречает Фас Ферзя. Сейчас минус Фирс может быть. Нет, вроде бы пытается уйти, рейл не попал, заходит рейл от Ферзя. Ой-ой-ой, 4 хп, минус Фас, хорош, ребятушки, да это ж практически победа. 1 минута остается, Мега за Ферзем, соточка хп у него имеется, 10 секунд до красного, рейлган, шафт есть, все есть, нормально, получает он небольшой армор, видит здесь Фаза, не попадает, правда, в него, опасно, 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 и смещается под красный сместись, я тебе говорю. Залетает Фас, минус Фас, еще раз, ну, давай, сделай это. Да, Фас разбивается, 4-1, GG.
Вот это хорош, вот это уровень, вот это Ферзян молодец, просто джиджишечка, красавелла, красавчик, просто Вася. Это было действительно мощно. Хорош. Да, это просто вообще excellent, великолепно. Вот это, блин, игра, вот это серьезно. Не устаю напоминать, на кого надо было ставить соточку. Да. Очень похоже. Блин, вот проблема паблик сервера, да? Как бы тут непонятные какие-то личности тусуются. Хорош, дави, красава. Да. Жёстенько. СК2 сегодня что-то, по-моему, вообще умерло. СК2, вы вообще там живы? Плюсуйте трансляцию, кстати, на СК2 ТВ, дорогие мои. Это очень полезное дело. Поможет развитию нашего канала. Епстепственно. Чё, Т7? Да ладно, Т7, и у вас картинка есть. Хорош, Т7 сразу же начали, я даже не успел, в общем-то, обернуться. 1-1 по картам, да, решающая карта. Живы. Сайфера мне говорят. Все тут. Спасибо, ребятушки, за фидбэк. Хорошо, что вы отписались, потому что я прям переживал, что... А где же товарищ на СК2 ТВ, думаю, что же они все? Притихли, что ли? Притихли. Итак, у нас 0-0. Интересно, какую игру покажет, сможет ли вообще что-то серьезно показать Фирс на Т7? Я думаю, сможет. Вопрос, что именно? Вот. Вот ведь какой вопрос. Пускай на ГГ переходит. Да я думаю, что некоторые из них в двух чатиках сидят, чтобы трансляция была повыше. Это дело каждого. Оу, нифига себе прокатил здесь Ферзян. Не успевает, правда, на красный, и стэк 100 на 150. Ну, практически. А у Фаза, а вот у Ферзя я бы не сказал, что там все так хорошо. Хотя мега за ним, по идее, вроде бы дэмэджа не получал. Нет, слабый там Ферзян. Умудряется все же отскочить. 300 на 400. Ой, красиво как получилось. Ну тут Фас уже как бы мышку опустил вниз. И именно в этот момент по последнему слагу пролетал Ферзян. В общем, немножко ему здесь подвезло, конечно. Желтенький верхний лежит, пытается его проконтролить Фас. Чекает базукой, что там нет оппонента. Отцовские ракеты от Фирза, да. Посмотрим ли мы сегодня Сайфера или Эвила. Сайфер, во-первых, ну, ребятушки, есть расписание. Обязательно смотрите в информацию о канале, потому что там... кстати, информации о канале сегодня ничего нет. В общем, сегодня играет Сайфер, но по идее. Но у него сейчас проблемы с интернетом, к сожалению. Вот, и пока непонятно, будет ли он играть сегодня. Ну, Фирс и Фас очень крутую игру показывают, честно говоря. Я прям очень рад, что Ферзян так мощно выступает. Ой, блин, как нашел, хорош. Рокет джампом здесь уходит Ферзян, не успевает попасть рейлом Фас. Блин, четкость игры Фирза вообще поражает на самом деле. Контроль у фазы, да, контроль у фазы, но при этом... Ой-ой-ой, вот сейчас опасный момент. Лол, как он это делает? Ну почти так, да. 150 на 200, Фас. Под контроль. Фас не попадает. Вот здесь проблема у Ферзя, я боюсь, он отсюда не уйдет. Пытается он уже надамажить. Потому что вряд ли отсюда сможет уйти. Оу! Не зашел в телепорт, продолжает атаковать, да ладно. И фраг еще от Ферзя. О, боже мой! Вот это было мощно! Вот это серьезный подход, блин.
Как он это сделал? С разворота, это с такой вертухи он там засандил этот рейл. Как это вообще возможно? И размен по фрагам. Нормально, выгодно этой ферзю с какой-то стороны. То есть не сказать однозначно, что это прям вот на руку ферзю, но неплохой, неплохой момент. Воу! Ну фас тоже не отстает по рейлам. Блин, и вообще очень плотная игра, честно говоря. Ну Фирзу остается обыграть Филина, что я думаю, в принципе, не должно составить для него труда, при учете того, как он сейчас играет с фазом. Минус от ферзя, ну вернее от фаза. Повел фаз в счете 2-1. Ну пока по игре, честно говоря, лучше выглядит фаз. Сильнее, но посмотрим, что из этого получится. На 150. Хорошее попадание. Красный будет за фазом. Под мегу он сейчас пытается здесь выйти. Ну, сбривает, походу он ферзя здесь. Даже с разворота пытался там фирс насандалить, но не получилось у него это. Раскидка гранат позволяет ферзю пройти. Продолжает давить фирз. Ферзян 100 на... вернее, фас 100 на 200. И фас продолжает давить. 3 минуты остаются до конца. Пока не получается как-либо сильно напрячь у фирза, к сожалению. Вот и 7 такая карта. Воу! Блин, как неожиданно он все это делает. То есть буквально секунду назад вроде бы ничто не предвещало вообще беды для фаза. И спокойно он там отбивался на красном. И вдруг такой шафт просто дичайший. Ай-яй-яй, видел ферзян фаза, но не смог прицелиться там. Десят на 100 фирс. Сложный момент у него сейчас. Можно минуснуть, но только не с рейла. Блин, ладно, с рейла так с рейла, но вообще... Рисковый, очень рисковый мув. Ну как же, зачем же рейлом, когда можно не рейлом? Лол, и смотрите, фаста получает здесь. Отдает мегу, на самом деле, вот за эти свои хитромувы. 3-3 у нас счет, пытается фаст наломиться. Это сейчас может вообще ключевым моментом стать. Рано, конечно, для ключевого момента, но близко к тому, близко. Просто забей вообще. Просто удаляй Quake Life. И никогда не заходи в эту игру вообще. Что происходит? Как он? Ну просто такой, один рейл в воздухе и второй как бред. Такой чпэнкс, типа, а, ну да, это фаст, ну типа до свидания, ага. Окей, передавай привет бабушке, как говорится. Я не очень это понял. Просто супер вообще. Тайминг.
У человека, который не играл в дуэли, это просто какой-то дар вообще, ну серьезно. Хотя часто такое бывает, что вроде бы кажется, что вот оно, чувак сейчас тут всех начнет тащить и бомбить, а нет. Но вот пока у ферзя все очень круто. Последние 45 секунд фирс ведет. Главное сейчас не отдаться. С лестницы, да-да-да, услышал. Ой-ой-ой, какой сейчас неудачный момент. Для того, чтобы здесь остаться, Ферзяныч. Больше, чем на один рейл. Базука, 23 хп. Уходит. Попадает. Разбивается, но равный счет. Равный счет. 100-100. Ой-ой-ой, не-не-не, все плохо. 170 фас. Да, это проблема. Ну, теперь нужно сводить в овертайм. А вы говорите, дайте мне сайфера. Да вы посмотрите, что происходит. 200-200 фас. И 2 минуты игра нам добавляет. Отдаваться не стоит. Блин, вы видели, что он сделал? Он сделал рокет-джамп, в полете пихнул ракету в проход. За счет чего фас не смог наломиться. Получает здесь фас рейлган. Снизу пытался подконтролить фирс. Размен по рейлам. Или нет, я что-то не обратил внимания, не понял. Лоу хп, 200 армора у фаза. Ищет фас оппонента. Ай-яй-яй. И развел он здесь ферзя. Фирс слишком близко подошел, получил некоторое количество дэмэджа, но не фатальное, не фатальное. И сейчас здесь промахивается фас рейлганом, а фирс попадает. Я вообще даже не понял, откуда сначала. Ну, похоже, что да, вот здесь все закончится. Да, 45 секунд. Определенные проблемы в виде 200 на 200 фаза есть у ферзя. Как он их попытается решить, непонятно. У него нет ничего, кроме сейчас вот базуки. Да, и красного. Ну, прорейлил здесь фаз, в щелку не попадает. 30 секунд остается до конца. Рейлган будет у фирза, но... Ну, что делать-то? Попадает один рейл. Попадает второй рейл. 15 секунд. Нет шафта. Фас выходит на мегу. 10 секунд. Вроде бы ферзя находит. Но здесь нужно сейчас все попадать. Рейл. Нет, все, GG, ребят. Не хватит времени, к сожалению. К сожалению, это GG, но великолепнейшую игру показал фирс. Просто божественную. Это было очень круто. Сыграть 5-4 на овертайме против фазы, это дорогого стоит, ребят. Это было мощно, мощно. Очень хорошая игра. Я прям рад, что посмотрели. Посмотрите, какое преимущество тотальное имел фас над фирзем по стеку.